Ну, учитывая, что денег мало. Самое нудное занятие в этой игре, это все точно знают, кто хоть раз проходил. Это ради интереса вот эти точки вопроса в море искать. Плавать по ним на лодке. Ну, сказать честно вам, как человек, который прошел 4 раза Ведьмака, это интересно, но есть какие-то вещи, которые удивляют, когда плаваешь, там какой-то корабль, призрак, есть там киты, но это долго. И говорят, что для крафта, ну, одного сета ведьмачьего хватает ингредиентов, которые находятся без вот этих вопросов в море, которые находятся в игре. Но так как я хочу скрафтить все доспехи, на это нужно и денег больше, и ингредиентов. Вот, аж приходится еду продавать, там всякие травы. То уж не говоря о гроссмейтерских доспехах, на которые там обогащенный двемерит нужен будет. Ну что ж, я думаю, поплаваю, пока настроение есть, по этим вопросам. Самое простое — это вопросы на суше. Хоть и на лодке тоже есть быстрое перемещение, но так как это хост мод, призрачный мод, немножко другое все. В принципе, легко. Лут изменен. Ну, самое ценное, наверное, вещи реликтовые, которые можно продавать. Ты поможешь, человек, на большой земле. Прости, что беспокою тебя своими несчастьями, но у меня просто нет выбора. Что случилось? Мой корабль разбился во время последнего шторма. Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. А каждый день опоздания приближает меня к банкротству. Ну да, можно было бы догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди ко мне в Новиграде. Я тебе помогу. Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Боннер. В таком случае до встречи.
80. Опять мечи ковать. Значит, вер... С удовольствием. Еще 900 с двух сундуков, двух контрабанд, двух знаков вопроса. Это отлично. Будь здоров. Ведьмак? У моей маленькой Норгун завтра день рождения. Не знаю, что ей подарить. Может, топор красивый? Топор? Ты серьезно? А что? Я бы обрадовался. Возвращайтесь к своим делам. Ты аж бледный весь. С перепоя. Девушек в деревне не трой, а то... О! У тебя рана? Мой отец тоже был такой бледный, а потом умер. Ведьмак?
Такая уж погода, дело известное. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Интересуешься оружием? Ничего себе, откуда у него 10 тысяч? Будь здоров. Пусть твой топор никогда не вернется. Теперь можно пойти что-то в Новиграде поделать. Инструменты найти сейчас.
Время возвращаться домой. Дом укрыт. Oh.
Кладовка великана. Порядочно он их насобирал. Но Хьялмара здесь нет. Должна быть та самая кузня. Ищу инструменты. Изнечные инструменты, но все в орнаменте. Должно быть, о них Иоанна и говорила. Истощенную и раненую Цири
нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. За какие грехи наказали меня боги такой компании? Чем могу помочь? Бывай. Это планетники нам дождь посылают. Чем могу служить? Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок! С виду как настоящие! Они и есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Герман Айб Грёника, генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь, обсудим детали. Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаардца, которому Фергус так мастерски лижет задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. К остальному я его не подпускаю. Простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаардца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновые люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек.
Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Чесноку во все дырки напихать. Никакой мор не приблизится. Только откуда его взять, чеснок-то? От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. А здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. Здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. Перо архигрифона. Наверное, он его потерял, когда взлетал. Может, у него гнездо где-то рядом. Yeah.
дали, сука, себя обработать, как городские дети. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Ну, откуда взялся-то этот ведьмак? Бывай. Ты вернулся. И как? Достал кислоту? Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Геральт. Я закончила. Выглядит очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал, извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит? Генерал, мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергуса в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права. Я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание. Без манекенов. По-настоящему. О, какая толпа! Эй, ты! Наденешь этот доспех? Я... Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Сначала я хочу понять, в чем будет заключаться проверка. Я заказал доспех, который должен выдерживать арбалетный выстрел. Как думаешь, как я буду это проверять? Не бойся, Геральт. Доспех выдержит. Кислота придала ему такую прочность, что его разве что баллистой пробьешь. Пожалуйста, помоги мне. Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Мать твою! А я-то пришел коня подковать. Значит, этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Живой? Я-то оклемаюсь. А вот доспехи эти — дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это ясно? Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз долой. Погоди, Фергус.
Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Признайся, ты ведь не верил, что доспех выдержит. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Геральт. Как там мой доспех? Все готово. Я усилила сочленение и обдала пластины кислотой. Все как принято в моем клане. Спасибо. Сколько я тебе должен? Успокойся. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Это подарок. В благодарность за твою помощь. Возьми. Пусть он сослужит тебе добрую службу. Спасибо. Геральт, рады? Что у тебя? Бывай. Бывает.